Друзья, Джан, здравствуйте! Сегодня у нас свиной ребрышки. Но эти ребрышки для вкусного приготовления сегодня. Думаю, вам это очень понравится, это приготовление. Ну, давайте не будем хвалить пока, какой вкус будет. Сначала снимем все пленки, да? Классные, красивые ребрышки у меня сегодня. Главное зацепить, и потом сам пойдет. Окей, классно. Чуть-чуть осталось. Это тоже уходит. Все. Еще отсюда. Скользнет, когда руки уже жирные стали, трудно держать. Ну да, салфеточку можно. Ну ничего, обойдусь это. И... Так, еще один и все, друзья, джем. И начнем приготовить. Спасибо, менеджер. Ну, сначала надо хорошо мариновать это мясо. Очень хорошо надо мариновать. Вкусный маринад. Вы уже видите, что у меня есть. У меня есть и красный паприка, и морковка, свежий зелень из моего огорода, укроп и базилик, лук, лавровый лист, сухой специи. Базилик, горчица и чеснок. Представляете? Ну, а масло еще чуть-чуть добавим туда. Ой, Аня Джан, то спасибо, скажи. Это что-то не так выходит уже. Так, друзья Джан, где много жира, я жир сниму немножко. Не хочу, чтобы жира было у нас много. Не надо даже. Слишком жир, это нехорошо. Но я стараюсь, когда при варке, когда будем жарить, парить, чтобы жир ушел. Вот так. И все, он уходит. И сейчас немножко снимем. И когда будет уже на костре, там все уйдет даже. Сам уйдет. Мы не будем просить. Так, и этот кусок отсюда жир снимем тоже. Так, вот это тоже. Так, друзья Джан, чтобы хорошо впитывался мясо, соус в мясо, надо делать вот такие обрезки, да? Вот так. Немножко уголком, да? Вот так. Это надо, чтобы соус, когда будем приготовить, чтобы впитывался, хорошо впитывался внутри. И получится у нас вкуснятина, конечно. Посмотрим, друзья, какую оценку дадут сегодня. Столько мяса, это для семьи, это слишком много и слишком жирно. Даже мои дети не кушают такое. Они в основном курицу, мякоть, такие... Ну, в основном курицу едят дети. Они не очень к свинину. Или... Телятина хорошо тоже для детей, это они не кушают. Все, друзья, все готовили, да. Теперь пленки сняли, обрезки сделали. Ну, на эту можно еще даже так, потому что это такой здоровый кусок. Даже вот так можно делать. Вот так. Когда будет готово, вот так просто берем и откусываем. Мухи нету сегодня. Мухи я загоняю через кофе. Любой кофе берется сухой, сухой, любой сухой кофе поджигается без ничего, он поджигается. И все, медленно горит как фитиль, и мухи уже не останутся оттуда. Убегают сразу, они боятся от приятного запаха. Все, видите, друзья, какие классные... Классно получилось у нас. Вот так, вот так. Все, смотрите. О, классно смотрится даже. Правильно? Теперь пусть мясо будет так, а мы приготовим соус. Руки чистит, Джордж. Ну, руки чистит уже, ну, равно. Так, для соуса нам нужен, что я взял? Один такой, один... Даже два лук-эшалот, да? Лук-эшалот это очень хорошо. У меня два разных лука сегодня. Это очень сочный. Один такой мы
туда добавим в соус, да? Будем прокручивать на блендеры. Нехорошие. Вот это все сюда. И половину отсюда. Друзья, джан. Половина с такого. Белый, хороший, вкусный, сочный лук. И этот лук я ем как яблоко, кстати. Это вообще классный, вкусный лук. Все. Так, это тоже надо обрезать, приготовить, порезать, приготовить, не обрезать, а порезать. Вот такие куски. Все равно сейчас вот. Так, друзья, джан, приготовим жгучий перцы, остренький. Должно быть. Сегодня, короче, мы решили острый кушать. Ну, и когда говорю острый, это не те, что пожар не можно вызвать. Как бы средний остренький перцы, перчики и все. Штуки сколько? Раз, два. Все, лук приготовили, перец приготовили уже. Так, что нам? Косточки все снимаем, чтобы чисто был наш соус. Чистенький был, потому что в конце этот соус нам пригодится, чтобы косточки не было внутри. Все, друзья, джан, все. Это все, это лишнее будет, это слишком много будет даже. Так, друзья, джан, теперь для вкусного соуса. Мы сюда в блендер добавим, чтобы все перемешивать вместе и получить однородную массу, да? Томатный соус, густой, густенький соус. Так, у меня что, тут пол-литровый, да? Да, нет, 700 грамм. 700. Это пол-литра хватит. Точно хватит. Пусть даже онежен забирай. Так, это все сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь головок. Семь зубчиков чеснока. Лук, что мы порезали, приготовили уже. По одной головке, не, пол головки белого был и один половина эшалот был, да, у нас? Перец, раз, два. Это все отрезаем и сюда. Это все же овощи, все. Витамин. Как же это вкусно не будет? Как вы думаете, друзья, джан? Цаватанам. Вкуснятина получится у нас с вами. Это сюда все. Классно. Сейчас будем крутить уже. Так, один, два полные чайные ложка горчицу, да, да, сюда. Так, сухой специи. У меня тут ассорти. Базилик есть, чебр есть и укроп есть, да. Вот так, прямо один столовый ложка тут. Чуть-чуть осталось, это тоже добавим, пусть пойдет. Вкусно будет, не может быть, чтобы не вкусно будет. Так, все, что касается туда, вот еще посолить нужен. Посолить еще. Друзья, джан, я никогда не пересолю, это не бойтесь, никогда. Вот так, раз, рукой, да. У меня получилось почти 2,5 столовой ложки, да. И сейчас это все надо перекручивать хорошо. Старт сделаем. Турбо. Турбо, вот и все. Так, где турбо наш? Вот это. Друзья, надо это все поместить. Нехорошо, что не идет туда весь. Поместим, куда денемся. Вот это так и все. Джан, какой, как будто свежий аджика получилось, вкусно. Если, знаете, такой сделать это все вместе и варить, получится очень вкусный соус на зиму. Это нету такой особенный. Ну кто что придумал? Думали аджику? Ну как думали. А это другой вариант. Нет проблем, друзья, джан. Так что все можно готовить, да? И это к мясу сегодня. Свежий. Знаете, что я забыл туда перемешивать немножко? Оливковое масло. Немножко надо. Чуть-чуть. Я добавлю сюда сверху сейчас.
Ничего страшного, что я не давал. Передо мной лежал, а я не вижу. Иногда тороплюсь. Все. Вот, друзья, Джан, теперь надо делать такой массаж мясу, да? Видите, такой классно, классно, классно. О-о-о-о-о-о. Пусть хорошо впитывается. Хорошенько впитывается, будет вахмамаджан уже, да? Как не скажи. Вот такой, знаете, когда я говорю вахмамаджан, когда приходит тот момент, когда все аппетитно идет, все, и тогда я и говорю вахмамаджан. А так, так и получается. А смотрели у меня, сколько пишут, Джордж, вахмамаджан, вахмамаджан, отправляют в стори. Все, тут пленки снято, да, друзья, Джан, вы знаете. Дай бумагу, пожалуйста. Это чтобы не пачкать ручку. Все, весь соус сюда, друзья, Джан. Нам нужен этот соус, нам в конце пригодится, как увидите, почему и как. Ну, соус такой вкусный даже, такой вкусный. Друзья, делайте такой же соус, можно и варить, и можно и не варить. Прямо к шашлыку подавайте, и все будет вкусно у вас. Все. Ох, классно. Джон, Джон, Джон. Какой аппетит. Мягкое, сочное будет. Вообще базаров не будет. Я давно. А, кстати, я в Инстаграм выложил такой. Ну, просто мы с друзьями собрались, я выложил такое приготовление, ребрышки. И я там сказал, что скоро буду делать такой же вариант мяса и выставлю на YouTube. И как раз сегодня я это делаю. Друзья, Джон, с удовольствием для вас. Дай бумагу, Джон. Так, теперь наш маринад будет ждать несколько часов. Ну, хотя бы часа 3-4, 5, еще лучше. Ну, на следующий день, завтра нет. 4-5 часов достаточно и будет готов для ваш маринад. Так, теперь это я выброшу все и закрою пленку. И надо нам подождать. А это все, что вы видите, да? Это уже другая заправка будет к мясу. Когда мясо уже пойдет на мангал, там будет другая заправка. Будет и лавровый лист заправляться туда, морковки, свежей зелени будет и лук еще. Можно и картошку, но картошку я не буду сегодня. Друзья, Джан, видите, у меня какие фасоли. Вот этот сорт, это очень вкусный. Вы все знаете. Вот это я не знаю, что за сорт. Немножко не гладкий. Ну, красивый, даже это может китайский. У китайцев такие вещи бывают. Длинные такие. Ну, ничего. Тушить можно такой же. Такого сорта. Помните, в предыдущем видеоролике, где на природе мы готовили фасоли. Можно варить хорошенько до готовности. Ну, при варке можете уже добавить соли, посолить. Потом готовить вкусную яичницу. Вот самый мой любимый фасоль, вот это. Вот это самый вкусный. Вот видите, какой классный это. Это молоденький. Даже у тех, у кого сахарный диабет, может свежий даже кушать. У меня есть немножко. Я кушаю. Вот так. Ну хорошо, давайте я, чтобы не снимать, не показать, что я все. Урожай у меня хороший. Кстати, очень хороший. Я это соберу. Видите, тут у меня базилик. Ну, каждый раз я показываю тут чебер. Помидоры такой хороший, классный сорт, очень классный. Но я думаю, надо закрыть, под дождем они заболеют. Что у меня есть еще тут? Вот паприки уже пошли, уже тут паприки есть. Видите, это, вот это остренькие, это то, что мне нравится. Это вкуснятина. Тыква есть немножко. И вот смотрите, помидоры. Друзья, вот помидоры уже пошли. Это бичье сердце. Я в прошлом году сказал говяжье сердце. Ну, ничего страшного. И это тоже. Вот это очень вкусные помидоры. Без химии, без этих лишних ничего. Это растут, это классно и вкусно. Вот это не тоже другого сорта помидор такой. Не знаю, что за сорт.
Это вот такой мини-помидорчики. Классный тоже. А, кстати, насчет огурцов у меня хорошо пошло. Огурцы теперь очень, у меня очень хорошие. Видите, какие классные. Мы каждый день штук 10 собираем. Общий. Тут пасенки надо было убрать, я не убрал. Видите, какие классные огурчики. Вот тут висят. Их много у меня. Каждый день мы собираем огурцов. Это отличный урожай у меня насчет огурцов. А мои розочки... Мария, покажи, где мои розы. Я, друзья, был 5-6 дней был в Чехии. Я ждал того момента, когда приеду домой и увижу мои розы, мой урожай. Это меня терпения не хватало. Я первый же день приехал домой и сразу взялся за работу, чтобы ухаживать за цветами. Вот такие эти. Вот эти розы пахнущие. Вот эти очень вкусно пахнет, очень такой классный. Это тоже очень красивый, но это не пахнущие розы, это простые. А вот у меня 2 тыква есть еще. У меня и 2 тыква. В этом году тыква очень плохо. Но у меня 2 есть. Это я на это надеюсь. На это пока нет, но на это надеюсь. Так, пасенки надо убрать всегда. Так, друзья, уже пришло время приготовления. Но приготовление на шампур. С обратной стороны надо это все выложить на фольгу, да? Тут, наверное, я буду делать с 2 шампурами. Посмотрим. Потому что он широковатый. Нам нужен 2 шампура тут. Классно, да? Хорошо. Теперь сюда мы заправим луком, друзья, сверху лучком заправим, все так, морковочку заправим, свежий зелень, естественно, так, классно, это укроп свежий у меня, и по 2 лавровых листа, да, все, и это все надо закрывать хорошенько теперь. Этот кусок здоровья надо как-нибудь хорошо закрыть. Надо было взять все узкие куски. Поменьше. Поменьше куски лучше бы было. Я руки протерю. Надо было фольгу в обратную сторону положить. Вот. Так плотно закрываем, друзья. Да? Плотно. Вот тут немножко у нас не так получится, потому что... 2 шампура не можно никак трудно закрыть плотно, но ничего страшного, немножко пара выйдет и все, да? Друзья, плохой новость, дождь начинается, нехорошо, это нехорошо, надо меня успеть палатку собрать, быстренько надо палатку сейчас собрать. Так, где ложка, я положил, не знаю, уже запутался. Ничего, рукой ничего, друзья, придется. Уже тороплюсь и боюсь одежды. Все. О, друзья, немножко дождь пошло, но ничего поделаешь. Мясо уже на мангал отправим, он долго будет стоять там минимум час. Это минимум. Все, а я с дочки палатку собираю. Если нам нужен палатка, нужна будет, потому что дождь пошло немножко, вот что-то не стоит ровно, ну ничего. Все, класс. Ну стой, хватит. О, уже, так, который час, сейчас, знаешь сколько уже? Почти, час 40 минут я держал, и я думал, чем больше, тем лучше, чтобы у нас классно получилось. Все, даже сок не осталось тут. Тут весь сок ушел отсюда. Ну и фольга порвался, и сок ушел от него. Ну ничего страшного. Это не важно. Ну я хотел, чтобы сок был у нас. Так, теперь это. О. Все, так, я так и думал, что. Так и должно быть. Теперь обратно на мангал, друзья. Это уберем отсюда. Теперь второй самый большой кусок, да?
О, вот тут сок есть. Тут видно, что сок собрался. О-ла-ла, мне жалко. Вот это надо отобрать немножко. Такой сок жалко выбросит. Так, все. Так, пока откроем, посмотрим, что там дальше будет. О-ла-ла. Все. Вот так и должно быть. А вот это очень классная вещь, друзья. Видите, да? Самый вкусный. Это почти... Это как борщ, да, уже? Все. А, все. Это готов такой красавчик. И это готов. Ну, это еще чуть-чуть по бокам и все, да? Видите, готов полностью, готов. Еще как. Мясо уже отрывается сам. О, все классно. Ну что, вот тут надо сказать, пальчики оближешь. Это точно так и вышел. Все, я буду резать и угощать друзьям уже. Классно. Классно вышел, классно. Это будет служить как суп, друзья. Видите, там масла немного, жира мало очень. Все, будет так и... А, где лаваш наш, Аня? Вот, все. Ну, зелень это как обычно, всегда так надо быть. И вот еще сюда. И я хочу ложкой попробовать, как у меня получился соус. И сюда я кусок мяса выложу. Все. Все, это все. Еще сочнее будет, еще вкуснее будет, да, друзья джан? Я вам уверяю, если будете готовить, вы не пожалеете от такого блюда, но... Ох, мама, вкусно. Только фольгу делайте два слойка, чтобы не порвался и сок не уходил. Видите, с первого шампура почти сока не было. Ну все, вкусно, отлично, друзья джан. Готовьте со мной. Всего вам хорошего, приятного аппетита, мир, 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 чтобы было мир и все, и здоровье, все будет, остальное все будет. Всего вам хорошего, друзья джан. Живите долго и посмотрите мои видеоролики, и спасибо за просмотр, конечно. До свидания.